Меня зовут Андрей, мне 55 лет, и уже примерно год я тренируюсь дзюдо. Но я его изучаю и отрабатываю технику не в направлении спортивном, не в направлении поединков, а в направлении изучения ката дзюдо. Это дает очень интересный эффект. Во-первых, это не травмоопасно, все достаточно мягко и технически непросто. Но изучение всей этой техники, оно просто поднимает тонус, оно просто делает здоровее, умнее и позволяет общаться с очень интересными людьми. Я думаю, что для людей моего возраста, даже старше, это было бы интересным занятием в жизни. И самое главное, что это позволяет чувствовать себя бодрым, сильным и находиться в интересной среде.